в музее святой царской семьи, культурно-просветительского центра «Царский» города Екатеринбурга, открылась выставка архивных документов «Церковь, общество, власть, 1917-1940 годы». На выставке представлены документы с 1917 по 1941 год, свидетельствующие об одной из самых трагичных страниц после октябрьского периода российской истории, когда государством стала реализовываться политика по уменьшению влияния церкви на общество. Также на выставке посетители смогут увидеть редкие кадры кинохроники Свердловска 1930-х годов, снятие колоколов с Екатерининского горного собора для передачи на нужды индустриализации и последующее его разрушение, а также вскрытие ковчега с мощами святого Симеона Верхотурского в Екатерининском горном соборе в 1929 году. Адрес: Екатеринбург, улица Царская, 8, выставочный зал второго этажа.